Превентивные меры по предупреждению коронавирусной инфекции начали действовать на Смоленщине 18 марта. Своим указом губернатор области Алексей Островский ввел ряд ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. В этот же день соответствующее распоряжение, подписанное уже главой Десногорска Андреем Шубиным, вступило в силу на территории Атомграда. В связи с введением ограничительных мероприятий изменились сроки проведения весенних каникул в школах нашего города. И в соответствии с приказом Комитета по образованию, начало весенних каникул в школах установлено с 19 марта, а не с 21, как предполагалось ранее. Хочу особо подчеркнуть, что введение ограничительных мероприятий не окажет отрицательного воздействия на образовательный процесс. В календарный учебный график будут внесены необходимые поправки в связи с незначительным увеличением продолжительности весенних каникул, которые позволят в полном объеме реализовать основную образовательную программу. Проведение же запланированных в период весенних каникул спортивных и других культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования и в школах будет запрещено. Также с 19 марта приостанавливается работа кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. По вопросу дошкольных образовательных учреждений, здесь предполагается свободное посещение детей по решению родителей. Кроме этого, в детских садах нашего города усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также свое функционирование приостанавливают учреждения сферы культуры и спорта Десногорска. В учреждениях спорта, это муниципальное бюджетное учреждение ФОК Десна и спортивная школа, введен запрет на посещение учащихся в этих учреждениях детей, в том числе и взрослых. Учреждения культуры также приостанавливают свою работу. В музее приостановлена выставочная работа. К сожалению, на период с 19 марта по 1 апреля введены запреты на организацию больших групп людей, которые посещают выставки. Помимо этого, особые меры действуют в магазинах и предприятиях общественного питания. Соответствующие рекомендации выпустил Роспотребнадзор. Вся проверенная и официальная информация об эпидемической ситуации в Десногорске доступна на сайте администрации города в разделе «Коронавирус. Достоверная информация».